отстань. Мне не интересны твои дела, мне не по себе о твоих рассказах. Сколько еще надо повторять? Самая крутая девчонка ни о чем не просит, все сделает сами. Она может быть с кем угодно, но с кем ей угодно она не знает. Все такие приторно милые и все такое ненастоящее. Ее все достало, ее кто-то зовет, и она отвечает: отстань. Мне не интересны твои дела, мне не по себе о твоих рассказах. Сколько еще надо повторять? Отстань. Мне не интересны твои дела, мне не по себе о твоих рассказах. Сколько еще надо повторять? Отстань. Самая простая девчонка, никому не дело до ее проблем. Ее не позовут на тусовку, она уже привыкла за столько лет. Все такие важные и все такое ненастоящее. Родители стучатся в комнату, но все, что они слышат в ответ: отстань. Мне не интересно.